Утечка и взрыв бытового газа, эвакуация пострадавших и помощь медиков. Сегодня в Терингульском районе прошли командно-штабные учения. За действиями оперативных служб наблюдал Павел Игнатьев. Пожарные расчеты уже на месте. Впрочем, как и все остальные экстренные службы муниципального звена. В жилом доме утечка газа. Периметр оцеплен силовиками. Второй, я первый пост принял, как слышите меня? Слышу хорошо, держите оцепление. Принял. В это время спасатели пробираются по опасному маршруту. Звено из 3 человек разыскивает в здании пострадавших. Найденных в извилистых закоулках людей эвакуируют на улицу. Здесь же на территории дежурит сразу несколько карет скорой помощи. Условных пострадавших выносят на улицу и сразу передают в руки медиков. Раны какие-то, там повязки, введение медикаментов, дача кислорода, ну и, соответственно, все по стандартам. Спасение людей отрабатывают по уже знакомому сценарию. Кроме спасателей и медиков, на помощь людям отправляются коммунальщики. Их задача – обесточить опасный объект, дабы избежать еще большей беды. В итоге общими усилиями опасность локализована. Службы прибыли оперативно, со своей задачей справились. То есть эвакуация населения была проведена. Пострадавшим была оказана первая медицинская помощь. На все про все у экстренных служб муниципального звена ушло меньше получаса. Эти учения спасатели отработали четко и слаженно. Впереди очередные тренировки, но уже по другим сценариям. Например, помощь людям, пострадавшим при авариях, и ликвидация природных катаклизмов. Павел Игнатьев, Сергей Свешников. Вести Ульяновск из Терингульского района.